Дорогие друзья, уважаемые участники и зарубежные гости, я рад приветствовать вас по случаю открытия 16-х международных негореческих чтений авторитетного международного научного форума. Информационный потенциал общества является чрезвычайно важным стратегическим ресурсом, который способствует его дальнейшему политическому, экономическому и культурному прогрессу. Хранителями этой информации являются в первую очередь библиотеки, архивы и музеи. Книги всех времен и народов на разных языках, в разных областях знания являются нашим общим национальным достижением и документальной памятью общества. На протяжении многих десятилетий Национальная библиотека Беларуси успешно выполняет ответственную задачу по сбору и популяризации белорусского и мирового книжного наследия, тем самым обеспечивает духовную и интеллектуальную преемственность поколений, создает условия для обогащения и раскрытия творческого потенциала людей. Этой же благородной миссии служит и международное книговеческое чтение. Символично, что в этом году форум посвящен 500-летию знаменитого Жероического монастыря и его библиотеки, основанной на рубеже 15 и 16 веков. Жероический монастырь никогда не закрывался и за долгую историю своего существования стал крупнейшим духовным центром белорусского народа. Надеюсь, что сегодняшняя научная конференция откроет новые страницы в истории книжной культуры Беларуси и будет способствовать всестороннему изучению и использованию нашего культурного наследия. Желаю участникам 16-х международных книговеческих чтений плодотворной работы и полезного обмена информацией по сохранению памятников книжной культуры.